brains have gone cold. Stand strong. Я спросил вас, нужно ли видос пилить про снайперку Бремя Идзанаги. Вы сказали да, вот видос, а значит с вас лайк, все честно. Привет, Страж, с тобой снова канал Triple Vibe, я Джонни Лейни, и в руках у меня новая экзотическая винтовка Бремя Идзанаги. Как ее получить, я уже рассказывал вот в этом видео, а теперь давайте расскажу, для чего она нужна, если нужна вообще. Тебя невозможно остановить! На закрытой презентации Черного Арсенала, когда на экране появился этот клип, в зале нервно переглянулись. Чё? Снайпа ваншотит в тело? Было страшно. Как всегда, все были на низком старте в ожидании очередной пушки, которая все поломает. Но вот винтовка появилась у игроков, а в PvP ее чё-то особо не видать. Как же так? Вот ее главный перк – отточенная кромка. При зажатии кнопки перезарядки в оружие перемещаются более мощные патроны. Как именно это работает? По умолчанию в магазин вмещается до 4 патронов. Но зажав кнопку перезарядки, они объединяются в один с увеличенным уроном. И объединив хотя бы 3 патрона, винтовка способна убить в тело. Но покажите мне, какой болван потратит аж 3 энергетических патрона на один фраг. Ни один игрок, который умеет играть со снайпой хоть как-нибудь, сделает лучше 3 килла в голову, чем один в бодик, потратив на это все те же 3 патрона. К тому же скоро нас ждут первые обновления снайперок. И скорострельные винтовки будут убивать противников в бодик при 2 попаданиях. Даже это экономичней, и экзот-слот забивать не надо. Толк в этом есть только такой: объединив лишь 2 патрона, вы ваншотаете ультующего противника в голову. В тело не контрится ни одна ульта даже с зарядом из 4 патронов, которые, к слову, дают 5-кратное увеличение урона. Однако, как я и сказал, чтобы убить какого-нибудь ультующего спектрал-охотника, этого будет недостаточно. Ко всему прочему, Идзанаги медленная, у нее нет и не может быть быстрого прицеливания из-за особенностей архетипа. Экзотическая и в первый слот, использовать ее не особо удобно, а преимущество мощного выстрела не компенсирует вот это вот все. Короче, при определенной сноровке вы можете пользоваться ей как обычной снайпой, но зачем? А зайти в PvP и фана ради искать зеленые коробки с патронами, чтобы потом ваншотать выбегающих из-за угла врагов, весело, но как-то тоже ненадолго такое веселье. Что мне безоговорочно нравится в этой винтовке, ее дизайн. Не только внешний, но и аудиодизайн. Просто послушайте, как она перезаряжается. О, давайте еще раз. Простите. Короче, очень хорошо звучит. Супер. Я люблю снайперки, но, увы, в Destiny 2 они никогда в мете не были. И играю я с ними крайне редко. На недавнем стриме буквально сетовал на это, что растерял, кажется, навык. Не, ну правда, теперь надежда на фикс снайперок и возможность их использования вместе с возвращающимся ластвордом. Для Идзанаги нужно много патронов, как вы понимаете. Ее запас рассчитан на 20 патронов, так что на бодишотах вы долго не протянете 5 выстрелов без права на ошибку. Так что, чтобы патроны были всегда, не забудьте про подбор шмоток с перком «Сборщик боеприпасов для снайперских винтовок», или как его короче называют во всем цивилизованном обществе, «Скавенджер на снайпу». В общем-то, если подводить итог касательно ППП возможностей снайпы, она окей, не ужасная, но и не имбовая, просто при текущей мете она не особо привлекательна для массового игрока, и скорее стоит рассматривать ее как очередное оружие фана ради на вечер другой, но не более. Что касается ПВЕ, в ПВЕ она довольно мощная,
прям очень хорошо себя показывает при нанесении урона по одной цели. Но не по боссам на рейдах, там по-прежнему правит шепот червя. Есть в сообществе Семёны. Семёны любят считать цифры урона. У нас тоже есть Семён, и он недавно писал статью о показателях урона Идзанаги в нашей группе ВКонтакте. Оставлю ссылку в описании, если кто-то хочет зарыться в это поглубже. В двух словах. Обычное попадание в крит наносит 3657 урона. Всего можно нанести 73140 единиц урона. А заряженный патрон наносит 1 18328 урона, и всего этими заряженными выстрелами можно нанести 91640 урона. Этот результат, к слову, превосходит урон тысячи голосов, но уступает Дарси и шепоту червя. Конечно, основное отличие в том, что Идзанаги в первый слот, то есть не имеет силового урона, что опять же минус, но она использует не тяжелые патроны, а энергетические, а они куда чаще падают, и проблем с их наличием почти не возникает. А это безоговорочно большой плюс. Я, например, брал Идзанаги в расколотый трон, ходил с ней в налеты, и мне понравилось. По противникам с желтой полоской здоровья работать получается прям отлично. Да и практически ваншотать боссов в налетах весело, но для этого нужен раскол варлока и дополнительный баф к урону. В общем и целом, нужна эта снайпа? Скорее да, думаю, ты найдешь ей применение в ПВЕ точно, а в ПВП на какое-то время она может тебе и скрасит походы в квик-матче. Но если ты ждешь от нее пинка под зад надоевшему шепоту червя, спешу огорчить, нет. Шепот безоговорочным лидером по вносимому урону в секунду останется и сейчас. Получи винтовку в коллекцию, пробеги с ней пару вечеров в ПВП, пару вечеров в ПВЕ, а затем отложи до лучших времен. Как знать, может чуть позже она заработает лучше. Ну и подпишись на канал, лайк ты уже поставил в начале ролика, ведь да? Вот и славно. Не забудь залетать ко мне на стримы и следить за свежей инфой в группе ВКонтакте. Счастливо!